Для Тани Ельцовой выезд на бал стал первым, поэтому девушка не скрывает своих эмоций и впечатлений. Она рассказывает, что готовились к балу долго, учили движения, шили костюмы и маски, а пролетел он в одно мгновение. Мне очень понравилось, я привезла новые эмоции, новые знакомства и также опыт в выездных балах. Летучая мышь – это игровой бал. На нем элегантные дамы и галантные кавалеры демонстрировали свои костюмы. Все желающие могли принять участие не только в танцевальных программах, но и в интерактивных играх. Для саровчан этот бал оказался не в новинку. Только в 2017 году для нас это уже пятое выездное мероприятие на именно бал. Вот это не считая тех танцевальных мероприятий, которые мы организовывали в нашем городе. Научиться историческим танцам может каждый желающий. Студия «Пляшущие человечки» работают при объединении «Армир». А уже меньше чем через месяц ее воспитанники вновь порадуют саровчан новым представлением по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Ирина Вышегородцева, Сергей Слободин. Служба новостей «Саров-24».